Всем амурский привет, дорогие друзья, с вами я, как всегда, Железный Кот, и сегодня мы играем в игру про червей, которые собирают такие всякие разноцветные фрукты и становятся сильнее и длиннее. Я уже изменил никнейм на Железный Кот, только на английском языке. Iron Cat. Это на английском Железный Кот. Потому что на русском просто не вводится. Ну как-то вот так вот. Ну что ж, давайте играть. Ты давай подписывайся на мой канал. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления о новых видеороликах. И, конечно же, ставь лайк. Мой рекорд это был 1600. Я уже взял себе новый скин, да. Вот так вот. Сейчас буду становиться все сильнее и сильнее. И да, вот так вот юзается ускорение. И когда мы его юзаем, у нас еще тратится силы. Так, ясно. Напишите в комментариях, во что мне еще поиграть. Если я, конечно, буду еще во что-то играть. Ну и да, ждите, скоро будет обзор на фильм. Ну, обзор и мнение на фильм «Человек-паук. Нет пути домой». Ну, а я пока что собираю эти разноцветные фрукты и становлюсь все сильнее и сильнее. Опа! Амогус! Кто алды? Кто помнит, когда я снимал игру? Among Us, вот. Опа, засада. Вот, кто помнит, напишите в комментариях. Кто тут олд? Опа. Сколько добра тут. В принципе, да, я уже собрал очень много сил. Я уже наигрался в эту игру, ведь за кадром я в нее тоже очень много играл. Давайте добьем 500 силы. И на этом все. Мне больше нечего сказать, ведь это все, что я должен был сказать в сценарии. Ну что ж, я довольно уже мощный. Думаю, пора самоуничтожиться. Реклама заканчивается скорее. Все, реклама закончилась. Ну что ж, я играл за красного червяка в крутых очках. Ну а с вами был я, Железный Кот. Всем удачи и всем пока!